суток. Такая вот новость у нас. Согласно сообщениям, до халвинга Дэш остается менее 2 месяцев. А до халвинга Лайткоин 100 дней. Давайте посмотрим это событие, что будет вообще, что это принесет. И вообще посмотрим Дэш. Я его давно не смотрела. Давно вообще в него не входила, не наблюдала. Потому что у меня сейчас его нет в данный момент времени. В свое время я что делала? Я вставала в лонг-позицию, но не с USDT, а Дэш Бетховен. Вот так вот я его лонговала, но это было очень давно. А сегодня биткоин, посмотрите, подробно. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, что вообще на график. Сейчас посмотрим. Вы бы еще найти, а вот он нашла. По отношению к USDT. Ну вот смотрите, то, что творится у нас на 4-часовике. Вот такой вот график, вот объемы. Вот это медведи. Да. Так, здесь вот сделочки у нас. И данные. Ну, мишек-то сейчас больше, Да, на дневке. Чуть медведи больше. Шортят дальше. Ага, Дашу шортят, да. Так, это на дневке, на 4-часовике. Да, больше мишек. Да. Медвежатина больше. Но на часовике 50/50. А в данный момент времени, быки. Ну, такая она, конечно, Даша, она такая, она интересная. Что ее ждет вообще? Давайте посмотрим. На рунах, в первую очередь. Ну, будем смотреть до халвинга, да? Сначала посмотрим до халвинга. О, смотрите, какая руна хорошая, да, Газ? Вот, прекрасная руна. Видите, как поднесли и стали, не стали молчать они, правда? Вот. Любуйтесь. В общем, короче, перспектива хорошая, руническая, как бы не поджечь по эту картонку. Так. Все, давайте выйдем из этого. Из этой темы. Так, ну что мы смотрим? Смотрим тогда сейчас в первую очередь на этих картах. Оракуль царя Соломона. Смотрим на оракуль царя Соломона. Денег нет. О, ах. Оф. Так, сейчас. Слушайте, нормально. Короче, слива огромного не будет до халвинга. Вот это очень благоприятная карта. Девушка прорицает, сидит, гадает. А вокруг ее головы похожа картина мирного атома. Вот, то есть как электрон вращается по своей орбите. Ну, она благоприятна в этом значении. То есть она такая, здесь какой-то переезд, перестановка. То есть, не знаю, то ли это будет между кошельками китов дашевских, дашкиных кошельков, Даша. То ли же это будет какое-то движение. Но благоприятное движение. Здесь спираль эволюции. Вот такая вот идет в прямом положении. Люди цепляются, хотят непосредственно по спирали эволюции. Один иной кармический узел. Но ничего не выйдет. Здесь птицы, видите, они его могут сбить. Надо по спирали идти. И слива не будет огромного. То есть эти птицы, которые теряют золотые яйца, перевернулись. Ну, ничего. Так. Следующее. Вера Склярова. Таро. Золотого. Тельца. Финансовый таро. Что мне? Даша принесет на холодник. Что с ним творится? Еще раз. Ну, здесь вот такая вот карта. Это получается сила убеждений. Это получается как тройка кубков. Сила убеждений. Неплохая карта. Вот. Здесь уже
показан молодой человек. Это не Эрмес, Трижды Великий Трисмегист. С жезлом, с кадуцием. У него на голове специально такой головной убор, который, такой, как у Эрмеса, на ногах воздушные сандали вот эти. Вот. То есть убеждает. Сила мысли, видите как. И все это на фоне воды. Это сила убеждений. Неплохо. Ну, с одной стороны, неплохо, но я особо такого. Это не пентакливая какая-то эта карта. Ну, посмотрим, давайте. Посмотрите, какая хорошая карта. Потенциал. Туз, кубка, чаша. Сиди, вода. Какие-то деньги. Тройка. Пентакли. Неплохо. Ну и не это. Будет очень серьезное сражение у него. Страшность. А, нет. Вас, блин, какой договор, какая договоренность по этим дорожащим этим делам. Договоренность какая-то будет. А, во всяком случае, здесь будет охрана своих рубежей. Ну, а же, ну, такая достаточно серьезная. Трансформация смерть. Нормально. И праздник в доме. То есть трансформация какая-то будет. Угу. Неплохие показатели. Это смерть, трансформация, это всегда хорошо. Договор будет подальше. Неплохо. А, смотрим тогда сейчас это. Давайте его посмотрим. То... Это вообще... А, до хаулинга, да? А давайте посмотрим во время затмения, что он будет вытворять. Угу, перевернутый королева чаш. Вот оно, это триединство. Двойка мечей перевернутый. Как результат, перевернутый колесо фортуны. Во время затмения до 5 мая. Где-то до 5 мая. Будьте очень аккуратны. Перевернутый колесо фортуны, старший аркан. Старший аркан. Что он нам сулит? А давайте посмотрим. Ну, кого-то неумеренность. То есть будет его ограничивать и сжимать. Неумеренность. Средства не делали, но и не надо. Ухода не будет игроков. Будет что-то быстро происходить, какие-то эти события. Нет, это не быстро будут происходить эти события. Не быстро, медленно. Есть такая восьмерка, что... И перевернутый повешен, не будет в подвешенном состоянии. То есть будет из своей вот этой тайна. О, боже мой, да. Ну, он сам-то такой секретный, Даша. Даша, сама тайна. Так, по поясу вышла. Дальше смотрим. Ну, вообще, чисто по картам у него, вот по этим, по рунам. Хороший показатель. По поясу открою тайну. Королева мечей, брить. Какой-то переезд. Разбитого сердца не будет. Разрушение иллюзий. Луна. Тайна опять. Это... Уф. А, четверка. Какая-то коматоза по Луне. Она сама выпала по Луне. А вот она, Луна открылась. Так, долго будем ждать результат. Такой, какое-то полюбовное соглашение, хорошая работа. Все. Это вот такие тайны. Это тайна Луны. Угу. Тайна Луны. Ну, кстати сказать, пятого человека затмение. После затмения, видимо, это будет вот, оно показано здесь. Луна, то есть это дает знать, Это тайна Луны. По Луне нормально будет. Но это очень долго. Видите, он как ждет терпеливо. Но в то же время это хороший проект. Он рабочий проект. Хорошая работа ждет участников событий. Так, а по пыссе, то есть по пыссе, это до затмения. Да, перевернутый поверхность. Куда ни шло, попытаться. Тайная. То есть какая-то будет королева такая. Подбревать с мечом. Какие-то движения, как переезд. В какую сторону? Неизвестно, в какую сторону. Видимо, будет гонять без даров. Разрушение иллюзии и кома. Ну да, видимо, все-таки он будет не очень себя хорошо вести. До где-то, ну, до пятого плюс-минус 5-6 дней. То есть это ну, как бы все в тайне. Благодарю за внимание. Всех благ, профита. Всего доброго.